Приковали себя к дверям прокуратуры Киевской области и выдвинули три условия. Расследовать нарушения в поселке Косюбинское и прекратить беспочвенные проверки в Буче и в Ирпене. Кроме этого, активисты потребовали также убрать железные турникеты на входе в прокуратуру. По их словам, это нарушение закона. Также участники акции настаивали на встрече с прокурором области Дмитрием Чибисовым, но вместо него вышел заместитель, который пообещал разобраться со всеми требованиями. На выполнение одного из них, демонтаж турникета имеется в виду, протестующие дали прокурорам неделю. В противном случае они обещают более масштабные акции протеста. Второе, это обращение мы передали уже, это по касаемо Косюбинского, где масса нарушений, просто беспредел. У нас Ольга Матюшина, оценочная голова, управляет в ручном режиме, делает все, что ей угодно. У нас нет ни секретаря, ни выконкома, ничего. Она управляет в ручном режиме. И уже есть 6 криминальных проваджень, которые лежат 2 года, которые не расследуются. Сигареты — это символ, просто символ. Они жахливые, они страшные. Прокуратура області не є режимним об'єктом, її не об'єктом, її не охороняє Державна служба охорони. Вона не повинна мати такі грати. Це неправильно. Це свідчить, це залишки, пережитки, якими вони прикриваються і ховаються з тими гратами. В зоні АТО.